А тем временем в Ангарске продолжается обработка уличного пространства. Сегодня спецтехника проехала по улицам Карла Маркса, Чайковского, Ангарскому и Ленинградскому проспектах. Подрядчики проводят дезинфекцию специальным раствором. Раствор таблетки хлорсодержащие растворяются. Одна таблетка на тонну воды, 10 таблеток на бочку. 10 кубов. В обязанности подрядной организации также входит обработка автобусных остановок и мест большого скопления людей.